Всем привет! Меня зовут Григорий Лебедько, и я сегодня вам немного расскажу о курсе, который мы очень скоро запускаем. Дизайн персонажей Level 2. Давайте скажу сразу. Этот курс не подойдет вам, если вы только начинаете рисовать. Этот курс не про то, как научиться рисовать, а про то, что отличает дизайнера от принтера, пусть даже и очень хорошего. В этом курсе точно не будет обучения того, как рисовать, и пошаговых инструкций о том, как рендерить. Нельзя объять необъятное и запихнуть все в один курс. Тем более, что этому частично посвящен наш курс «Дизайн персонажей Level 1». А вот что точно будет в этом курсе, так это разбор принципов композиции и дизайна, что называется, до костей. Будем изучать то, как рассказывать историю персонажа через его внешний вид, что отличает крутой дизайн от посредственного. Погрузимся в эту тему настолько глубоко, что будем рассматривать даже то, как наш мозг воспринимает поступающую в него извне информацию. В формате курса вас ждет 10 лекций о принципах композиции в дизайне персонажей, 10 онлайн-фидбэков и разборов ваших домашних заданий. За время курса мы с вами создадим как минимум двух персонажей и множество вещей для них. Одного персонажа в процессе обучения и второго вы создадите самостоятельно в формате курсовой работы. Одним словом, будет весело, интересно и продуктивно. Приходите!